В ефірі програма тема дня у студії працює Артем Лисенко. 5 лютого сімейний лікар з Дніпра Оксана Паньковик на своїй сторінці у соціальній мережі оприлюднила допис, у якому продемонструвала свою розрахункову квитанцію за січень місяць. Згідно оприлюдненого документу, заробітня плата за січень її становила 3385 гривень 45 копійок. Згодом її допис перетворився на флешмоб, в рамках якого лікарі з різних медичних закладів демонстрували свої платіжні квитанції, де сума заробітних плат складала від 2070 гривень. Тому сьогодні ми будемо з'ясовувати і розбиратися, у яких умовах сьогодні працюють сімейні лікарі, та скільки ж вони. Отримують і говоримо про це з нашою гостею, заступницею директора департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради Юлією Віклієнко. Пані Юлію, вітаю вас у нашій студії. День. І я нагадаю, що в рамках реформи охорони здоров'я з квітня 2018 року у Дніпропетровській області розпочався процес підписання декларацій із е сімейними лікарями. Договір про подальший супровід можна було укласти незалежно від місця реєстрації та проживання, а задекларований принцип фінансування медичних закладів звучав як гроші йдуть за пацієнтом. І також хочу зазначити, що на сьогоднішній ефір ми запрошували авторку посту пані Оксану Паньковик, але за невідомих причин на ефір вона не з'явилась. Ну, власне, така позиція. І нагадаю, що наприкінці січня 2019 року виконуючи, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляна Супрун під час робочої поїздки на Дніпропетровщину зазначила, що зарплати сімейних лікарів виросли в середньому в 2-3 рази. Пані Юлія, ну то що скажіть, чи на сьогоднішній день всі центри первинної медико-санітарної допомоги міста підписали вже договори з Національною службою здоров'я. Да, на сьогоднішній день всі центри у нас їх 12, підписали договор з Національною службою здоров'я з 1 января 2019 року вони фінансуються уже не субвенції, а з національної служби здоров'я согласно підписаним декларацією. Тобто вже за січень місяць лікарі отримували вже нові зарплати. Так Так. Да. Добре, як тоді розкажіть про принцип нарахування все ж таки, заробітних плат лікарям, як воно формується, за якими критеріями, за якими параметрами? В першу чергу, я хочу сказати, що деньги з Національної служби здоров'я йдуть у нас з 1 января 2019 року, але розчет заробітної плати. будет изменен только после подписания коллективного договора всех сотрудников, всех центров. На сегодня, да, зарплаты повысились, но расчет идет по старой тарифной сетке. Если взять, например, доктора, который подписал 1800 деклараций, как рассчитывается его заработная плата по старой тарифной сетке, могу я вам рассказать. В первую очередь анализируется доход тот, который принес доктор. То есть цена каждой декларации зависит от возраста пациента, с которым он заключен. Самое, получается, у нас самый большой доход от декларации это с пациентами от 0 до 5 лет. Допустим, это есть у нас точная цифра 1444 гривны. Средняя это 370 гривен. Высчитывается доход, и дальше идет определенный отчисления с этого дохода. То есть 36% идет это на административные услуги. То есть хочу отметить, что в центре первичной помощи работают не только доктора, также это генеральный директор, его замы, бухгалтеры, экономисты, санитарки, технический персонал, без которых просто невозможно работать центра. Им тоже нужно платить заработную плату. В статье доходов хочу сказать, что в первую очередь, наверное, нужно было отметить, что все коммунальные платежи, которые возникают в центрах, мы платим за счет городского бюджета в рамках нашей комплексной программы для того, чтобы центр мог увеличить заработные платы докторам. То есть на минуточку это составляет 26 миллионов гривен. Следующая статья расходов – это у нас Расходники это то есть все материалы, которые необходимы для обеспечения тех бесплатных э, перечня бесплатных исследований, а у нас их 8, которые должны предоставить в самих центрах первичной помощи. Дальше уже бумага, охрана и тому подобное. Это все те 36%, которые сразу же убираются с дохода. Дальше идет 22% это у нас налоги. Э, и все, что останется, главный врач и бухгалтер перечисляет как премии доктору. То есть в зависимости, какое количество деклараций набрал сам доктор, какой возраст, вычисляем, отнимаем все те расходы, которые обязательные. Что остается: 70% мы вычисляем доктору, 30% медсестры. Вот это составляет заработная плата доктора. То есть примерно мы считали по старой тарифной сетке, у нас максимальное количество это 18 тысяч гривен, доктор получает с 1800 деклараций. Угу. Хочу отметить еще, если доктор набрал, тоже мы э, вели расчеты примерно меньше чем 450-500 деклараций, то э, невозможно заплатить заработную ему плату без э, других денег. То есть другие доктора, которые набрали нужное количество деклараций, э, от них отнимают определенные суммы, чтобы доплатить доктору минимальную заработную плату которая есть у нас в Украине, это 4173. То есть те доктора, примерно, которые набрали меньше, чем 450 деклараций, они живут условно за счет других людей. Хочу привести примеры о нашем докторе, там, о котором вы говорили. Uh -huh. У нее 370 деклараций. Мы рассчитали, что до минимальной заработной платы, до оклада, который она указала в расчетке, не хватает 2200 для того, чтобы выплатить и заработную плату. Нужно тоже обязательно это помнить. Обязательно акцентирую еще раз внимание, помнить, у нас есть налоги, которые мы обязательно должны перечислить. У нас есть расходы, которых на заработную плату других работников, помимо докторов-медсестер. вот. И доктор должен понимать, чтобы содержать себя, то есть выплатить себе хотя бы минимальный тот оклад, он должен набрать минимум 450, а то и 500 деклараций. Если доктор хочет получать больше, а это возможно, мы уже доказали, у нас большой процент деклараций, вернее, докторов, которые набрали больше, чем среднее количество деклараций, он набирает, общается с людьми, набирает декларации, и, соответственно, тире получает заработную плату меньше, чем минимальный оклад. Добре, скажіть, але чи може виникнути така ситуація, коли е, лікар з тих або інших причин, не може набрати цю необхідну квоту по деклараціям? Тобто ну, не вистачає пацієнтів, е, не йдуть з якихось причин. Може, можливо, мало досвіду у лікаря. Всі ті причини, які перечислені, місце бути. Але Я хочу сказати, що мало опыта В течение года у нас есть примеры доктора, которые пришли с нулевым опытом работы. Они хотели работать, им помогали, конечно, доктора, которые с большим опытом работы. Они ходили на курсы повышения квалификации, занимались своим, занимались собой, набирали декларации и смогли набрать 1800 в течение года. Главное ⁇ хотеть. То есть мы предоставляем все, все эти возможности, чтобы доктор был квалифицированный, я же говорю еще раз, говорю, и курсы повышения квалификации, сами проводим и отправляем бесплатно докторов учиться и на наши кафедры института, и в другие города. Mm -hmm. Также отмечаем, что, например, если доктор не набирает нужное количество деклараций, главный врач, сейчас генеральный директор, проводит анализ того населения. То есть может быть действительно, что по старой схеме участковости было население, например, 1800 человек, которые нужно, но Например, большая часть населения прикрепилась к другому, другому доктору, переехала, нет этого населения по каким-то другим причинам, да, или не хочет просто переходить. Тогда главный врач имеет возможность перенаправить доктора на другой участок, ну, в другую совершенно амбулаторию. Да, у нас были случаи, мы добавляли докторов, потому что население оказалось в одной амбулатории больше, чем мы ожидали то есть людям удобно именно в эту амбулаторию ходить, а, например, более отдаленно или в каком-то другом месте, да, доктор максимально набрал декларацию, все четыре человека имеющихся, и им уже как бы доктора не нужны, потому что население как бы и не приходит. Нема для кого? Да, и мы начинаем проводить ротацию, то есть доктора перемещаются и работая в других амбулаториях, набирает нужное количество То, -то чи правильно я вас что э, нема такого, что... Лікар вимушено працює на одній якійсь певній локації, навіть якщо там нема ради кого, заради кого працювати, тоді, коли в на іншій локації, в іншому закладі є занадто велика кількість пацієнтів. Тобто, якщо є потреба, лікар переміщається на іншу локацію. Так, да, звісно, з согласням доктора, в першу чергу ми пропонуємо другій амбулаторії, якщо є необхідність, у нас вже Остро стоит вопрос о двух амбулаториях. Да, они отдаленные на окраине города, но тем не менее там люди есть и обращаются к нам, докторов не хватает. Мы предлагаем докторам, те, которые не набрали нужное количество декларации, изменить место работы и работать уже в новой амбулатории. Даем, даем им возможность набрать нужное количество. Угу. А вот точно, пожалуйста, такую цифру, э, сумму, которую выделяют сегодня на, мед... на медицинскую установу. Э... Служба за одного пацієнта. Яка це сума? Це якась е, стала цифра? Угу. У нас є. Е, ви маєте в виду за декларацію, правильно? Так, так, за декларацію. Да. В зависимости от возраста эта сумма разная. То есть от 0 до 5, повторяю, это 1444 гривны. Например, от 18 до 40 лет это 370. Те, которые говорят, ну это средняя э, капитационная ставка. Например, если старше 60 человек, то это 720 гривен примерно. То есть в зависимости от возраста у нас есть четкая градация согласно нормативным документам. Мы ее не выдумываем. Нам уже Министерство здравоохранения предоставило. Мы им пользуемся. За інформацією директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Наталі Будяк, в регіоні на сьогоднішній день е, більше двох мільйонів мешканців е, Дніпропетровщини вже обрали свого сімейного лікаря. За словами Наталі Будяк, найбільша кількість декларацій була підписана у місті Кривий Ріг. Е, тож Пані Юлію, що ми сьогодні маємо у Дніпрі чи маєте ви цифри, скільки вже підписали і якщо можна сказати, який це відсоток може від загальної кількості населення? Тобто, чи вже всі пішли до своїх сімейних лікарів обрали їх? На сьогоднішній день це 640 тисяч чоловік составляє приблизно 60% від населення Дніпро. Тобто це 65%. Ми уверены, що люди к нам ще прийдуть, люди є постійно ми донабираємо набираємо декларації. А ця інша, оці 40%, які вже лишились, чи проводився якийсь аналіз, чому досі люди не, не прийшли, не, зак... не зробили ці, ці декларації, тому що з квітня 2018 року вже йде кампанія? Аналіз ми не проводили, це не є наші функціональні обов'язки. Єдине, що ми робимо, ми Прибегаем к вам, средства массовой информации. Мы э, на своем сайте в Фейсбуке все время рассказываем, рассказываем о нас, рассказываем о докторах, приглашаем население, то есть сами центры первичной помощи также обращаются со своих страничек, э, печатаем статьи в газетах, где можно найти наши амбулаторию. То есть рассказываем, э, почему необходимо населению обратиться и подписать декларацию, выбрать себе... Врача. А есть ли какие э, граничные термины, до яких э, люди должны подписать эти декларации? Нет, у нас термина нет. Единственный термин, который у нас обозначен, это э, хочу вернуться назад. То есть у нас есть капитационная ставка, это за подписанные декларации. И есть люди, которые не обратились, но числятся еще по э, державной статистике. И они, за них Национальная служба здоровья платит 240 гривен. Но это мы получать будем деньги только до 1 июля. После 1 июля эти деньги нам приходить не будет на счета центров первичной помощи. И уже после 1 июля мы будем получать только согласно подписанным декларациям. Поэтому мы чаще об этом говорим, о том, что нужно обратиться и просим населения не откладывать на потом. А як тоді обслуговуються ті громадяни, та, та частина населення, яка не підписала вона до вказаного терміну ці декларації, і як вона лишається без лікаря? Тоді да, на самом деле она, эта, та частина остається без свого врача. Ну, якщо щось відбувається з жителем Дніпро, може звернутися в будь-яку амбулаторію, яка йому удасть, по месту жительства, по месту роботи. Обратиться им, выбрать врача, который на приеме. Врач никогда не откажет от оказания медицинской помощи, то неотложное, которое нуждает, дать совет, консультацию, сделать какие-то дополнительные методы исследования и, конечно же, предложит заполнить декларацию. Может быть, это будет тот шанс, когда сам пациент вынужден прийти в амбулаторию, выберет он врача и подпишет декларацию. Добре, давайте поговорим про кадры. Чьи есть сегодня нестача медицинских работников? Да, есть определенный дефицит у нас кадровый дефицит, мы постоянно привлекаем молодых специалистов, пытаемся их удержать, но э, на данный момент э, у нас есть очень много докторов все-таки остались, которые не набрали свою норму, тот максимум декларации, поэтому мы будем примерно э, делать какую-то определенную ротацию, предлагать им другие места, где есть уже явная потребность э, в, в докторах, есть население, которое обращается. Тобто, будемо міняти, а далі смотреть. На сьогоднішній день такої вот, э, катастрофической недостачі докторов іменно первічного звіна нет. Добре, а ось якщо є молоді спеціалісти, які щойно приходять, займають, обіймають посаду сімейного лікаря, досвіду ще небагато. А, чи є якась система? Стимулювання таких спеціалістів, тому що ви вже зазначили про допомогу, яку ви надаєте, курси, навчання. А чи є якась система стимулювання? Ну, щоб людина не засмутилась раніше часу і просто накинула цю професію. Конечно же, есть. На данный момент хочу вернуться к коллективным договорам. Наши центры первичной помощи разрабатывают новое положение о расчете заработной платы и премированию. То есть, если раньше это у нас был учитан стаж работы, участковость так называемая, и за счет этого были большие доплаты к основному окладу, то сейчас центры первичной помощи делают, убирают эти две позиции, оставляют категорию для врачей и делают акцент на количество деклараций. То есть у нас не набрал декларации 50% условно, там определенный есть коэффициент математический, который высчитывает, и 100%. Это то есть есть Та премия это дополнение к, к основному окладу. Пусть плюс премии за дополнительную работу. Ну, то есть, которая не входит в их обязанности. А еще за работа такая? Ну, например, у нас есть статистика, у нас есть введение например, чернобыльцев, льготной категории населения, да, то есть по центру. То есть mm -hmm. это и составляет заработную плату. Мы хотим, чтобы в дальнейшем центры первичной помощи рассчитали, чтобы оклад был не 4 500 для врача без категории, а 6 тысяч. Это и есть, мы увеличили его для того, чтобы врач без категории, без опыта работы пришел, без декларации, что немаловажно. Да, и 6 тысяч у него был оклад уже, в он будет набирать декларации, у него будет заработная плата уже увеличится. Мы делаем все максимально, да, для того, чтобы удержать молодых специалистов, те, которые хотят работать. А, это увеличение ставки, оно происходит за рахунок міського бюджета? Нет, ни в коем случае. У нас заработная плата идет только за деньги Национальной службы здоровья. Из городского бюджета у нас есть в рамках комплексной программы запланированные деньги на премию в день медицинского работника. Это единственная премия. В основном у нас комплексная программа, то есть деньги городского бюджета направлены на помощь помимо зарплаты центрам. То есть это коммунальные послуги, это автотранспорт для, для неотложной помощи, оказания медицинской помощи дома. Мы помогаем центрам, мы закладываем деньги на оборудование, чтобы центры могли функционировать и тратить их деньги на расходники, а не на другие На другие статті расхода. то есть ми заложили 90 мільйонів на э, лекарственные средства для населення. Щоб полноценно работал центр, город приймає огромное участь в житті. Ви кілька разів вже зазначили такий термін як колективний договір. Угу. Розкажіть для наших глядачів, що це таке і чому власне він є такою, як межею, що до підписання його і після підписання. Так, коллективный договор в, в учреждении является таким регулирующим документом, начиная от рабочего дня. Во-первых, он, он во-первых, однозначно, он идет, основывается на тех нормативных документах, которые есть в Украине, тот же ГЗОТ, тот же время работы, нормативные документы Министерства здравоохранения, Кабмина и тому подобное. То есть он не выдумывается из головы. Есть маленькие нюансы, которые могут внести в этот коллективный договор, но на основе они, конечно, законодательных документов. Вот. И чем он регулирует? Он регулирует заработную плату, то есть встречается какая-то рабочая группа центров первичной помощи, разрабатывает этот коллективный договор, все его статьи. То есть это жизнедеятельность центра включая заработную плату. Весь коллектив с ним ознакомливается, голосуют, говорят, что да, подписывает его, и он вступает в силу. То есть это определенный нормативный документ в центре первичной помощи, который очень важен. Вы сказали, что э, встречаются центры медицинской помощи. Для... В, центре, в центре коллектив собирается, mm -hmm. рабочая группа разрабатывается, раздает всему... Работникам центра, работники центра ознаком, ознакомливаются. Если нет никаких дополнений или наоборот никто не хочет что-то исключить, они голосуют да, за, они его регистрируют, и коллективный договор вступает в силу и, согласно тем пунктам, которые зазначены в коллективном договоре, проходит и жизнедеятельность этого предприятия, включая заработную плату. Чи маєте ви інформацію, як вплинула або може не вплинула ситуація з міграцією трудовою за кордон на кадрове забезпечення медичними працівниками, зокрема первинної ланки? Такої інформації маю, але я хочу сказати, о том, що по нашим про в місті Дніпро, Дніпр в других містах, дійсно зарплата врача по з с январем 2018 года, с 2017 года выросла. То есть предприятия могут сами распределять, конечно же, с поддержки городского бюджета, выделять больше заработ... денег на заработную плату, то есть улучшать условия труда. Поэтому молодому специалисту среднего стажа работы да, нет смысла уезжать в другую страну, потому что мы идем пошагово вперед и вперед. Чи сьогодні медичні заклади саме рівня, апаратурою, меблями, угу. і за обеспечение сегодня? Медичные заклады самое первичного уровня, обладанием, аппаратуру, необходимыми меблями и за какие коштцо отбывается это обеспечение? Да. В течение трех лет, это с 2016 -го года по сегодняшний день, из средств городского бюджета были выделены колоссальные деньги на оснащение центров и подготовка, собственно, той реформы, и того, что происходит сейчас, для подпис... до подписания договоров с Национальной службой здоровья. То есть мы выделяли деньги на медицинское оборудование, офисную мебель закупали, закупали медицинскую мебель, расходники для того, чтобы центр начал функционировать и мог подписать договор с Национальной службой здоровья. Дальше была проведена работа для того, чтобы мы запустили кампанию по выбору врача. Это закупили оргтехнику. На данный момент каждый семейный врач имеет возможность работать за компьютером, имеет свой принтер, сканер, все, что нужно для подписания декларации жизнедеятельности самого же врача. То есть у нас есть в каждой амбулатории доступ к интернету, мы зарегистрированы в Национальной службе здоровья, это тоже нужно было организовать все это. То есть это все стало возможным после внедрения нашим действующим президентом децентрализации и, собственно, начала реформы здравоохранения. То есть, будь-яких дефицитов, проблем с обеспечением на сегодняшний день на ланка не відчуває. Да, на сегодняшний день у нас глобально проблем не существует, естественно. У нас оборудование, то, которое было закуплено, может быть сломанным, может быть истечь срок годности. Для этого из средств же городского бюджета, например, в этом же году мы заложили 5 миллионов на оборудование, то есть постоянно обновляем все оборудование, которое у нас есть в центрах первичной помощи, то есть закладываются деньги за, на их обслуживание. То есть на самом деле сейчас у нас 99% центров первичной помощи обеспечены всем тем необходимым для работы. И на остальном еще такое питание, чьи э, у лекарев певни лимиты от этих деклараций, и чем может лекар взятый, взять какую-то понад норму, э, э какие-то больше за лимит, если он существует? Да, конечно, у нас тот максимум существует для семейного терапевта и педиатра. Мы на сегодняшний день... Министерство здравоохранения разрешает взять определенную сверхнорму. За эту сверхнорму платит Национальная служба здоровья меньше денег, нежели за тот максимум, который можно набрать, такие правила. Также доктор не имеет права бесконечно набирать декларации. Все-таки в первую очередь у нас не финансовое благополучие, условно, доход, а оказание качественной медицинской помощи нашему населению. Поэтому и медицинский директор, и генеральный директор, и сам же доктор заинтересованы в первую очередь в качественном оказании медицинской помощи. То есть максимально, максимум есть, и сверхнорма тоже существует, но ограничена. Пані Юлію, я дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко. Говорили про умови праці сімейних лікарів, їх заробітні плати. Це була тема дня. У студії працював Артем Лисенко. Побачимось.